Для пожилых жителей освоение современных технологий – это актуальная, но непростая задача. Чтобы помочь им справиться с этими трудностями, были организованы курсы по повышению компьютерной грамотности. Инициатором идеи выступил секретарь Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Новиков. Это первый наш такой проект по обучению пожилого поколения наших десногорцев компьютерной грамотности в связи с тем, что сейчас все услуги у нас проходят через компьютеры. Пожилые люди в прямом смысле вновь окажутся за партами. Занятия будут проходить в третьей городской школе. Для достижения максимальных результатов ученикам отвели кабинет атом-класса, где для каждого доступен личный ноутбук. А другие технические средства позволят разобрать на наглядном примере малопонятные моменты. Поэтому и мы с вами будем использовать и экран, и проектор в своей работе. То есть, если что-то захочу вам пояснить, я буду вам показывать, а вы будете, пожалуйста, смотреть и делать то же самое. Подобная практика вызвала живой отклик среди целевой аудитории. Желающих было больше, чем предполагалось. После окончания первого потока обучения организаторы планируют открыть новый набор. Ведь освоить современные технологии – значит стать ближе к своим детям, найти общие интересы с внуками. Идея замечательная. Почему раньше такое не организовали? Но на самом деле проблема. Дети заняты. Мы бабушки, дедушки, да? Нажать на кнопочку, бежать надо, внука просить или... Я не хочу никого просить. Современные реалии делают интернет не только средством развлечения. Выход в сеть необходим и для социальной адаптации в современном мире.